МИД Франции и Госдеп США продолжают держать дистанцию и хранить постыдное молчание, когда речь идет о глобальной ситуации в области безопасности, а также о ближайших и отдаленных угрозах Европы. Запад закрывает глаза на политику агрессора Армении на Южном Кавказе. Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тёйс, комментируя обстрел армянскими вооруженными силами 24 июня позиций азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Тавузского района. Безотлагательные действия Вашингтона и Брюсселя крайне необходимы, чтобы экономический уровень и промышленные проекты процветали на Южном Кавказе в противовес насилию, пропагандируемому и распространяемому Арменией, заявил политолог. Накануне подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Айгидзор Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Тавузского района. Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.